О, сегодня прекрасный день, замечательный. Сбегала в парк, тепло, классно, птички поют, так здорово. Так что здравствуйте, дорогие мои зрители, хочу с вами познакомиться. Меня зовут Резида, мне 66 лет. Вышла на пробежку и решила начать свой канал. Поделиться, как я живу, что делаю. Поэтому буду рада, если будете писать, отвечать на мои видео. Нравится, не нравится, пишите. Если есть комментарии, если есть желание общаться. А у меня такая жизнь, сейчас я уже на пенсии. Сегодня в воскресенье я решила... Вообще-то, в принципе, я практически каждый день прихожу сюда в парк, бегаю, вернее, хожу быстрым шагом. Вот. Поэтому... Я не хочу кататься! Сегодня вообще прекрасный день. Людей много. Чистый воздух, был дождь, все очистилось, так классно. Вот. А все это, конечно, ну... Здоровье, здоровье, здоровье укреплять, что делать. Уже это к 70 подползаем. Есть какие-то там огрехи прошлой жизни. Вот поэтому теперь меняюсь. Что ж я делать? Надо укрепляться, ходить, заниматься. Вот. А еще, кроме того, конечно, я бегаю в фитнес-зал. Вот. Тоже хотела бы с вами поделиться, кто ходит. Классно это или нет. Там тягаю сейчас, я тяжелее. Второй год. Мышцы, конечно, укрепились. Немножко похудела. Как бы жир опал, но, короче, складки появились. Наверное, это все-таки... Как мне дочь говорит, висит уже кожа. Говорит, кожа уже, не знаю, хорошо это или нехорошо. Вот, так что жду отзывы. Пожалуйста, пишите мне, пишите. Буду ждать. Хочется делиться с кем-нибудь своими результатами. Вот. И, короче, результатами вашими. Узнать, как это, хорошо или нет. Потому что усилия мои там многократны в пищевом поведении. Вот, так что я давным-давно уже изменила свое питание. То есть отказалась от сахара. Потому что ведь же это как начались у меня эти изменения с возрастом, с климаксом, как так называем. И давление стало скакать, и показатели такие всякие разные, инсулин, вернее, глюкоза стала там повышаться. Вот, думаю, ну, надо бороться за себя и допустить. Наверное, у меня есть какие-то предпосылки генетические получить всякие разные болячки. Вот, приходится себя ограничивать во многом. И думаю, я буду делиться на этом канале своими рецептиками, чем занимаюсь на кухне своей, что ем, как кормлю своих близких. Да, то что маме моей уже 88, тоже надо за ней смотреть. Есть такая нагрузка вся на мне. Короче, все по дому, все на мне. Вот, поэтому надо быть всегда в строю. Ножки, чтобы бегали, голова, чтобы была светлая. И поэтому, с другой стороны, хочется отзывы услышать других людей, как у них обстоят дела, как они занимаются, занимаетесь своим, как говорится, бытом, здоровьем и настроением, да. Вот, желательно, конечно, быть всегда позитивчиком. Пытаюсь быть, во всяком случае. Что делать? Жизнь такова у нас. Поэтому
Остается только настраиваться на позитивный лад. Потому что больше некому говорить о тебе веселить. Только ты сам себя можешь веселить, сам себя можешь вдохновлять, чем я и занимаюсь. Вот, ну, если получится, и вас буду этим вдохновлять. Поэтому давайте общаться. Особенно вот уже началась весна, сразу солнышко, настроение получше стало, классно. А тут что-то какие-то депрессии там начали так, мысли депрессивные иногда появляться. Но от них надо избавляться. Поэтому вот так вот на вас посмотрю, но солнце не дает смотреть очки один. Вот, поэтому бегаю, дышу воздухом еще. Очень мне нравится, хоть и одна, все равно. А почему можно и одной, в принципе? Если ты самодостаточный человек, то не обязательно с кем-то ходить и обязательно болтать. Ну, как всегда, выйдешь, и если вдруг кого-то встретишь, вместо того, чтобы заняться, на самом деле, пробежкой, будешь стоять болтать или сидеть болтать, еще хуже. А так как я уже пробежалась, вот. Поэтому теперь я могу с вами пообщаться. Буду так вот вести свои репортажи. И жду вас на канале. Если понравится, пишите, лайки ставьте. И будем общаться. Буду рассказывать о своей жизни. Чем еще занимаюсь, тоже расскажу.